штатному монитору ставим полноценную навигационную мультимедийную систему. Чтобы все качественно заработало, нужно немного разобрать, но бояться этого не надо, потому что все здесь стоит на многоразовых защелках. Можно снимать и собирать несколько раз, скрипеть, сверчать, ничего не будет. Land Cruiser 300 к штатному головному устройству подключена дополнительная навигационная мультимедийная система, которая показывает изображение на весь экран. Справа вы видите сейчас онлайн-телевидение, все каналы со всего мира к вашим услугам и Яндекс.Навигатор. Звук идет в штатную акустическую систему стерео, регулируется штатными кнопками на руле или на магнитоле. Если есть желание, то любое приложение, пускай это будет Яндекс.Навигатор, развернем на весь экран. Полноценное штатное сенсорное и голосовое управление присутствует. Работает очень быстро. Если нужны какие-то приложения, то заходите в Play Market, загружаете их с интернета приложений, и они все появляются на рабочем столе нового устройства. Например, как YouTube, где все ролики в высоком качестве и при включении задней передачи всегда в приоритете штатная система парковки. То есть все штатное сохранилось, вы всегда можете перейти в штатное, потом обратно, любые варианты доступны. Современная мультимедийная система в вашем шикарном автомобиле.